если что нужно взять. Пушки. Надо просто взять и нажать. А что делаем? Что делаем? Оба бить. Вот больших, высоких, часовых, стражей никто не бьет. Ренат, забирай води. Ауе, ауе, убрали своего. Стражи никто не бьет. Часовых убирайте. Мелкого убили. Блин, стражи убейте всех. Вы их можете убивать, не тупите. Отбиваю только Изи и Дон-Дон. Остальные руки убрали. Руки свои убрали от мобов. Ваша задача убивать тех, кто выходит. Один выше. Получается, мелких тоже можно убивать, да? Искаль только стражи нужны. Есть маленькие, самые низкие, есть средние, есть высокие. Бой, закрой его, пожалуйста. Еще раз говорю, вы бьете только тех, кто выходит из этих ракетниц. Стражи никто не бьет, кроме Дундона и Изи. Что сложно, что непонятно. Да, пушку мамка вторую активируйте. И мамка пустой рот закрывает. Че у вас? Активировать пушки. Да. Сколько там? Три? Она скоро снова взлетит. Да. Милики, отошли от астрокрыла. Милики, не бейте. Ауе, не бейте. Встали все под рожу, просто стойте. Шейм они там наколотят. Все под рожу встали. Засчитала? Двоих? Дозорных убили, стражи никто не трогает. Мне еще 17 штук надо. О, это много. Че 4 будет отчего, миластовая останется, безумная кошатница и маунт. Это пожарный был. Вчера спасибо за арбитафию. И вам спасибо. Ну ты че? Дай бог, я еще на такое соглашусь. Ладно, ты же вообще хорошо попсидорил. Убирай еще двоих. Троих. Зато же вчера такое облегчение после рейда было. У кого облегчение, у кого очко чуть не треснуло. Как вазочка. Но я не знаю, там как вазочка или не как вазочка. Иннер, дайте. Сколько там стоит? Три? Четыре? А, ну нормал. Давай еще 12. Давай. И все. Да ты гонишь, что ли? Не, 5 минут. Тут сидеть не будем. Бейте, пожалуйста, все. Одну пачку подождем и все. Еще одну. Пушку пока не трогайте. Выйдет 25 сразу. Ага, так они и вышли. М-
Макс, аккуратней там, подбивайте. Лишнего не добейте. Дозорного часового убили. Все, лазер. Угу. Убивайте. Быстрее, она скоро снова взлетит. Встали все под босса, никто босса не бьет, ни РД, ни милики. Просто встаньте под босса и смотрите на него. Автоатаку свою уберите. Вы успеете убить ее. Ждите, сейчас дыхнет. Вот. Да. Максим тоже получил. Мне 10 осталось. Может, сделаем, а? Что? Сколько? 10. Всего лишь. 5 минут. А Хекс один моб. Блин, ну у меня таунтов не хватает на всех. Бери еще сразу, сейчас. Зорного точно. Отойдите оттуда. Блин, надо было вообще еще изи отчиться, просто изи. Никто не спорит, просто оно время занимает. Вот орбитофобия вчера заняла время. Потому что у вас РЛ дурак. Кто РЛ? Йо, парасат, ты не врывайтесь. Ё-моё, у меня ЛПшек даже не хватает. Орбитофобия, правильно. Я так называю. Свой сленг. Орбитофобия. Сколько ты мне используй, мне маму. Стою, стою, я еще и упала, пока тотем поставлю. Ну, мне кажется, та ачивка, которую мы вчера так долго делали, она реально была какая-то вот орбитофобия. Она одна из самых потных на клиенте. Так там, если раздуплишься, что, какие кнопки жать и все. Так там люди первый раз в льде были. Йо, о, все, вот, сейчас походу можно будет потом это. Может, тенофобия, а не орбитофобия? Да, офиг. Сейчас будет, да. Сколько штук посчитать? Если 10, то можно. Мне кажется, плюс скоро самое плохое. Протопала держите. Протопала на фул, еще одну пачку и все. Можно делать. Остальные все руки уберите от трэша, даже не смотрите на него. Быстрее, она скоро снова взлетит. Давай подойди. Ё, мы спустили. Подойди под босс. Прям под лицо подойди. Не успеете, надо добить. Сюда. Сюда, а, веди. Ты сюда, веди прям под лицо, да. Я сейчас там, надо. Все, хватит. Это... Дундун такой, дундун. Лишние маги, зачем вы бьете? Я попросил только двух престол бить. И не умрут, блядь. Вот, смотри. К тебе. Только три тела. Держите. Берните тех, кто упал. Дундона, берните. О, парасоты. О, забирайте. Мне кажется, все, вот сейчас можно уже это, типа. Срывать трэш? Ее спускать. Какой трэш срывать? Нет? Ну, вон там. Женя, стража своего. Че, стража забирай? Двоих. Эва, берни Дундона. Он уже жив. Хватит бить стражи. Йод. Минус один страж. Еще раз говорю. Руки все уберите от стражей. Подбивая только Изи и Дундон. Что непонятного? Держите протопаву.
Не бейте ли вообще стражей? К стражам не прикасайтесь, убегайте от них. Там. Один страж, вот он. Вы стопните тогда, Маркус? Да суги, обернется, ладно? Эршаму поднимите. Что делать, бить часовых и дозорных? Уел Эршаму поднимите. КД, только Дундона поднял. Подниму. Эва, подними тогда. Спасибо, мне кисик подняла. Иннер, дайте. Тотем поставьте на ману. Верти, пушку, отлично. Ё-моё, опять трэш. Кинул, с каждым разом все больше и больше. Я тебе говорю, тут можно сразу пожарить 25. Да ты понимаешь, что надо было еще танки? 25. У меня... Нет столько этих. Не бейте стражи. Не бейте стражи. Даже пусть танки их заберут. Не бейте стражи. Не бейте вообще стражи. Бегайте от них к танку, их подводите. Патрисию расхиливайте. Все готовы пушки там. Подождите, четвертый пока не спускайте. Пусть пусты подобьют. Я говорю, давай этот трэш весь забьем. Маги, вы дауны? Или дауны? Вы не понимаете русский язык? Я же сказал, только присты подбивают. Да ты понимаешь, он не подбивает твой трэш, он сейчас, блядь, умрет их три штуки, ебаный в рот. Ты смотри, он АУЕ просто так идет, блядь. У него уже половина умерла. Я их шипаю, нахуй я их шипаю. Жень, блядь, давай четвертую пушку, Женя. Спускай. Рот закрой свой, чучело. Она скоро снова взлетит. Пойди под босс. Стали все под босс. И бейте вообще, не бейте вообще. Подводи под лицо. Сюда, сюда. Веди под лицо. Не бейте, говорю вам по стражам. Дамаг вижу, кто бьет. Попроси не бить. Все, хватит. Сколько? Че? Он что делать не умеет. Короче, у меня 4 штуки осталось. Походу всему рейду сейчас сделаю. Макс, ну спи. Именно стражу. Стражу заберите, вон стоит. Блокируйте все. Сколько? 3 стражи. Надо еще один трэш и вот Берса. Не успеем, все, Берса 50 секунд. Да не убьем. А у нее... Пойди подальше. Срывайте трэш. Еще пушку тирать. Сразу нажимать на пушку. Быстрее, как отрежь. Спускай. Они будут, подойди под босс. Под босс встаньте. Под босс встаньте.
3 или 4. Вижу. Точечно, пыткой разума подбить. Алло, маги. Осторожно там. О, все, убиваем. Спасибо. Сейчас он нас убьет. Ну, если убьет, можно там 5 штучек доделать и все. 5 штук осталось. Нельзя убивать, это просто босс. Все сможет. Сразу пушки откинут. Может, 5 штучек добьем? Нет. Если бы вы хотели ачиву, надо было сказать, что хотите ачиву, я бы еще спекнул кого-то в танк. Буду на каждом боссе тебе кричать, хочу ачиву. Все ачивы. А вы хлам-боты хоть раз делали? Ты че орёшь? У нас гильдии ровно неделю, какие хлам-боты? Не, вообще кто-то делал? А, делали, да. Давно? Не особо. Месяца два назад налилось. Регулятор пишет, что распадете. Ага, сейчас я. Ливну так. Кому РЛ? Спасибо. Чёрт, растишку, да? Ничего, у него берси нет? Сейчас узнаем. Чем была раньше? Она плевалась и ваншотила при берсе. То есть она рандомно плевала в игрока и ваншотила его. Что-то я не вижу, пора бы уже. Ребята, сегодня я извиняюсь не по теме, но раз сумму уже добиваем. Вот не поверите, мы были сейчас на плюс 0, так как хранителей запустить нельзя, действительно, залоговое окно вылазит, а хранители не запускаются. Ребят, у нас вышло 2 моба, всего 2 моба на плюс 0. Все, офигела, люди вообще тактики не знали, я их вела, но там пара человек, вот там Зев, говорю, знал, маг и еще кто-то, по-моему. В смысле, 2 моба, это какие? Да, мы, короче, мы... Да, на йоге. Мы были вынуждены делать плюс ноль, а у меня было 2 протопала. У меня даже БДК не было, потому что у меня не было выбора. Я думаю, ну все, намучаюсь. В итоге один моб вышел, встал сзади босса. Он даже не пошел на рейд, так и стоял там. Второй вылез вот перед нами, где мы начинаем бой. Че роллинг-то? Какой-то меч. Я ж печати не ношу. Вот, второй моб вышел. Нет, десятки. Сейчас я вот полчаса назад там была. Офигела, вообще прожимела. Финичка, это ты, что ли? Дайте... Ага, дайте, пожалуйста, этого пирогов, маги. Капец, закончилось. Тебе дай пирогов. Костя, дай пирогов. Спасибо. Дайте, пожалуйста, ребаф, инту баф, и пристабаф. Дайте.
Ну, быстро, наверное, сделаем. Вот это тяжело делать. Адски. Заебёшься. Да-да-да, так и точу, я читаю. Ладно, ну и бафните. Там не сложно на самом деле, там просто нужно какая-то этот замедлять. Еще раз говорю, К3 все протопола, кокс, кулак, проказник, каск. Я вообще не понимаю, что такое комбот. Это трэш. Кулак по ДК. Это объясни с метками, типа. Смотрите, на ком, на кого кидается гравитационная бомба, вы убегаете в среду подальше. С наносом спадает, под вами будет черная лужа. Возвращаетесь обратно, ведь ничего сложного. Если где-то в рейде, она на вас кинется, и вы не выйдете, рейд притянет. И это будет жопа. Да. Ой, ты заходишь? Так чё, мы махит к ломоботов делать не будем? Кого? Ломоботов. Каких ломоботов? Ну, понерфить их ломоботов или чё-то. Нет. И чё тут? Некоторые вообще первый раз в льде пусть привыкают. Это плотное чего. Бьем. Только не на фул. Полностью не убегайте. Гравитационный. Влились все сердца. Страж переключились. Стоп по сердцу, все в трэш играйте. Руки убрали от сердца, играйте все в трэш. Он ботов не вредит, только взрывайте. Шарики такие. Вон дамаг идет. Сейчас опять сердце будет. Гравитационно. Тем. Блин, сердце. Проведем ломотов, убейте сразу. Стоп по сердцу. В трэш играйте, говорю. Ломотов не рейды. Стрибюль, портуйтесь.
А куда в такое продаваться? Последний. Макс, ты что, не собрал, что ли? Бомжор. А чё, кстати, нонсетом идёт на РШМО? Ну, он продакт неплохой. Говорю, король, что ли? Чёрт, просто чёрт. Пиздец. Меня второй день, блядь, Animal Jazz перероливает. Просто на шмотки, даже на этот. Даже на сферу. Давай кинем его. Да не, чё, не так важно. Меня это всё, чё я себе шмот на последний не соберу. Не жалко. Уже собрал как-то? Макс Тор у нас. Какой? Ну, Максимка. Я, говорю, троллю на твину. Угу. На себя ролит или нет? Да, вот они все пришли такие. Да-да. Китикс меня кинул, ушел к кисику. Что, говорит, ты нахер? Китикс. Дух. Или прикинь, сейчас с таким рейдом слезы сделаем. Ага. Вот раз и все. Не, ну рассказать еще все. Буду. А там уже ты не понял, тот дебил просто. Да, ты понимаешь, что мы столько, я не знаю сколько, когда мы уже ходим, больше 20, наверное, точно. Люди в 6.5 не понимают, что такое кара и как от нее отойти. Что такое портал и как в него зайти. Ну такая лужа, там все. Как на личи она похожа же. Больше там ничего не надо делать. Стойте все на месте. Мы все встали в ноги ему. От сферы. Да? Там же сферы типа есть, которые... Созвездие. Созвездие, да, приезжают. Убиваешь, созвездие появляется. У всех задержка? Да. Понеслась. Махит, мы будем делать то второй линканул лимит? Кого? Будем делать тот чего, который линканул? Могу бьем, посмотрим. А если честно, не помню, кто из них кто. А его либо не делают, либо не умеют. Просто очень сложно отбежать от него, когда он в воздух летает. Кекс.
Юля, пни ему по цараку. Лопнуть. Секса. Откуда я знаю, он не под моей юбкой сегодня. А. Ну вообще, я ж тут все должны кости сбивать. Кто может? Ну да. Так какую будем делать? Что тут вообще делать? Я же сейчас бы вспомнил на Мелгейме, что делать. Там руна появляется. Из нее. Я помню. А из руны появляются сопли фиолетовые, и они шотят. Бля. Ну там, конечно, у людей такая реакция должна быть. Ну там от нее отбежать, да под нее уедать, и они не будут шотить ничего. Я вот войско уже не могу дать. Давайте попробуем Малгейма. Я нет. Брат, чё стоим? Так, ты забираешь среднего и толстого. Играем в мелкого, сбиваем все косты. Мама, вы тут вообще должны тащить. Кокс. Ау. Не АФКш. Почему я должен вас постоянно звать где-то искать? Я сидел возле компа. Бьем большого или какого? Я же только что сказал маленького. Чем вы слушаете? Косты сбивайте. Махит, поставь метку. Какую метку? Ну, на мол. Боже мой, вы что, как дети? Красава. Красава. Кто-то тормозит. Каст. Остановитесь. Никуда не остановитесь. Стойте все, где хотите. Быстрее убивайте. Раз. Перса поднять? Как ты умер? Гросс рвал. Брундир. Ужас. Как ты мог? Да пусть же. Убивайте. Беги, малышка, беги! Сериалы ювелиров толстого играем. Диспелить не забывайте. Берите зеленый лужу. Супер. БР танк. БР танк быстрее. Танк, дайте БР. Уел в кисик, уел в кисик. Центральный.
Не бывает тоже. Сейчас может зеленый муж опять появится, брат. Карантин, уберите от сына, от сына в угол. Теперь будет самое страшное. РД может синий уже пока встать. Сейчас вторая синяя появится. Мне не надо запинять. От себя друг от дружки ружи держите. Отошли от лужи. Отошли быстрее. Бегите от этих элементарий. Убегайте, просто убегайте. Их убивать надо, они тогда не взрываются. Да я на кого не кидаю. Бейте босса. Пешко? Ой, нет. Раньше. Можете встать в синюю лужу, пока встанете. Если что, вы сейчас лучше уже будет лужа. Сейчас. Бейте босс. Они будут, конечно, протопалом прикольный их таунт. Отбегайте от элементарий. Лужа. Я говорю, отбегайте, они наоборот на них бегут. Ну, блядь. Там вот в это фиолетовое говно просто ауешку даешь, они умирают, и пиздец. Разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. Ой, это как дела? А не проще отбежать от него, чтобы он тебе просто не убил? Ну ты видел скорость? Юлия, я знаю, что их надо ауе заливать. Их тупо. Но когда ты стоишь под ним тряпкой, ты просто умираешь. Ну, так, вот сейчас это и произошло. Ну им хуй объяснишь, лучше было ауе залить. Три человека там назначил, все их. У них хп там, блядь, 30 тысяч. Знаю, что их можно ауе зайти, но ты понимаешь, что люди не могут просто отойти от него, чтобы не сдохнуть. Ну да, первое, что надо, это отбежать. Даже в танке первое... по мне прилетает, будь здоров. Первое, что нужно сделать, это подписаться на канал Войда. Ребят. По-любому. Смотрите, вообще эта задача, конечно же, хантов. То есть пока лужа вот только-только она появилась, из нее еще не вылезли мобы, а ханты дают туда град стрел, любую массу, либо маги дают этот свой дождь, как он там, ледяной какой, не знаю. То есть мобы, еще не выйдя оттуда, они уже начинают умирать, потому что хп у них довольно-таки мало. Поэтому вот определенного человека или двух ставят, когда в таком порядке убивают. Ну это так, Ялс. Почирикать просто. Скучно молчать. О, я хочу такой меч. Банаква, вставай, Банаква. Макс. Не хочет, чтобы ты его резал, я сама резну. Максим, фу, предатель. Че, шаманы роли? Какие-то плечи. А кто шарит вот на калагарне вот это дерьмо, подзатыльник, блять? Он с любой руки работает? И КД у него какое-то есть? Как это все? Будем знать. Никто не шарит? Нет, на Алгалона так и шарит. Женя, мы на Алгалона идем? Да. Ребят. Да, есть у кого джиз? Да, есть. Сейчас смотри, тупо бессмертие. Я вообще с трудом в это верю. Прям с таким большим трудом. За 100 тысяч мувик продам, бля. Нету диска. Мы ж не убивали тот самый последний. Шамани, мне тоже когда нет. Толстого последнего убиваешь, большого, тогда появляется диск. Следующая ульда будет,
будем убивать этого. Следующая ульда в субботу. С молнией. Чувак с молнией, который его будем убивать. Будете убегать как ошалелые. В смысле, а на этой ульде что, не будем? Мы уже убили их. Только что. А, ты про это понял. Рыба есть? О, который понял, босс есть, типа, от молнии, там под молнию надо не попасть. Торим, что ли? Торим. Ну, это такая ачивка плотненькая. Там просто люди хотя бы слышать должны меня. Больше ничего не надо делать. Блин. Лок, шкаф, ставь. На юг. Женя, сейчас когда все тут будут бахнуться, короче, чекни. Тыгните на шкаф. Рассказываю всем от и до. Рыба есть? Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Пока тактика, я отойду, сейчас буду. Да какая тактика, сейчас просто умрем и все. Не-не, рассказывать на самом деле очень помогает. Но это не точно. Не, я да. Десятку как-то водил, там, ну, умерли, короче. Блять, прям на последней секунде, почти слезы. А кто будет звезды подбивать? Слезы гофры. Что кто будет? Звезды кто будет подбивать? Ты? Ну, могу я, ибо на какой, либо могу я один. Короче, давайте его вдвоем. Да, чисто. Сейчас. Помощник. Макс, печеньку будут ставить. Дух стаи выключи. Стреляй. Короче, тактика для самых маленьких. Босс не такой сложный. Просто стоите, бьете, отходите от звезд, на них будут дунтон метки ставить, просто отойдете, потому что когда они ее убьют, появится большая черная лужа. Попадете в лужу, попадете в другой мир, короче. Если вы зайдете раньше перед Суровым и выйдете, вы умрете. Дальше. На полу будет появляться три кары небесные. Это такая красная светящаяся лужица. Она может появиться рандомно в любой части. Три штука. Ничего сложного. Надо просто от нее уйти. Убежать. Ну, скилловые уже знают примерную дистанцию и не умирают. У меня иногда, короче, проблема бывает такая, понял, типа, я в портал вхожу в другое измерение, а оттуда... Надо, потому что не просто... Это надо просто стенку лизать. Да, я скажу. Вот вы когда в портал заходите, вы должны, если вы в лужу зашли, да, вы должны от того места, где лужа в этом мире, отойти на то место, где ее нет в этом мире. И тогда вас выкинет, вы не попадете второй раз в лужу. Просто стенка лежит и все. И будет вообще все нормально. Я потому что уверен, что присты не будут у стенки эти взрывать. Звезды. Мы в два танка будем. Там решите, кто первый будет на первом суровом оставаться. Присты. Да мы в твоем и останемся. Окей, да, по 4. А че вы с созвездиями, живое созвездие, что вы с ними делаете? Вообще протопал должен на себя их держать. А потом я, но я не знаю, как подожди. Это получится. Махит, подожди секунду. Протопал, это ты, по-моему, все созвездия завел в одну дыру, да? Со мной, Фредди? Не помню. Да, значит он. Короче, взял все созвездия, дыру, блин, завел, где люди зашли, и закрыл дыру. Пиздец. Он может. Массой бить свободно можем. А смысл? Плюс 2к в босса. Главное от кары отходить. Плюс 2к.
если под боссом... И смотрите, когда будет суровый удар, вы заходите не сразу же, как он появляется, а на середине каста. То есть вы видите, что босс кастует, подбегаете к вот этой черной лужице, но не заходите, ждете середину каста, только потом прыгаете туда. Раньше проще, зайдете... Жень, проще ты скажешь. Если вы зайдете раньше, вы просто выйдете раньше и умрете. Вы все же в таргете босса держите. Три или четыре должно быть лужи. Чё там, давай, чё, я думаю, все поняли. Конечно, я так не думаю, но хочу думать. И ещё, посмотрите, милики, какой у него фрейм будет. Не надо внутри него стоять. Нет, я не читаю, что трейлер. Там паладин, если кто не знает, бабл не спасает. От кары именно. Рэнч наберите. Рэнч наберите между собой. Вообще ничего не спасает, кроме тучки. Только урезки, да? Ну, набрали, подбегал уже и попал, все. Чек на пух. Кто подбивать будет? Давно сказали уже. Блин, если вам ваши ники, если не называют, не надо задавать глупых вопросов. Вы главное отметки отходите, на которую я буду ставить, и все. Те, кто должны что-то тут делать, они уже назначены. Если вас никуда не назначили, не надо спрашивать. Банаква, Полококс. Жри СПД. Все, поехали. Ваши действия нелогичны. Все... Макс, если сразу что скажу, помочь ей. Рассосались. Хилы прохиливайте, рейты танков вообще нахуй не останавливайте. Внутри босса не стоять. Смотрите внимательно за карой. Босса я потому что тоже буду везде крутить, так что забейте на это. Вы тоже можете бежать куда хотите. Главное, не умрите от кары. Меня стошнило. Полезная информация. Геру. Стоп, пои. Связи сразу отходите. Кара. От печеньки отошли все? От печеньки быстрее. Вот видите, сейчас появится. Вот. Не стойте рядом с этим. С этим порталом черным. Так, на метр штак уже. Кара, выбежали. Кто там стоит? Близко. Убирай босса. Топало профилирует. Хит у тебя кто-то уйдет. Так долбит, что просто пиздец. Я не могу посмотреть, кто уйдет. Ну можно посмотреть, но после боя, наверное. Потом. Кару отбежали. Юля, я знал, что ты затащишь. Да, все нормально. Да, все нормально. Суровый. Подбежали к порталу. Зашли в него. Зашли быстрее в портал. Внутри него побегали. Охуеть. Ну, понятно. Кто там что про слезы писал? Слезы охуенные. Пиздец, кто-то так ауе пиздючил, это просто невыносимо.
Да падаем, падаем. Че? Не затащу. Мне интересно, я выживу в каре? Лол, я просто полетел. Я выжил зато. Я тоже. Да значит, это не смертельно. Хан 43 тысячи. Да, это нормально, что тебе звезда предупреждает. Жри СПД 35. Ретрикс 30. Тело покидаем. А почему ты смотришь по какому мобу? Вспыхивающая звезда, ты смотришь. Чё? Вспыхивающая звезда, ты смотришь. Да, ну, да. Ну, так и есть. У меня там 1548, сорян. Какой ДПС, такой дамаг. Это, наверное, этот, блядь. Это, наверное, твой ДПС за кота. На сулке. С истерией. Вообще, блядь. Сколько? 13 тысяч? 14. Красава. С истерией, да? Да нет. На кому ты базаришь? Да лаги, блядь, это все лаги. С твоим-то компом и нетом, да, успокойся. Да, это сервак в натуре. Вот сейчас вот сколько он вам не понял. 5846. Пятера. Прикинь. Да, смотрите, вот танку второму, да, говорю, который свободно, вы подагриваете, пожалуйста, вот эти вот созвездия, потому что они идут обычно на ХПСера, самого главного, либо на ДЦ. Он там ДЦ-то может скинуть агро, а шаманом я не знаю, как скидывать. У меня просто звезды там тикали, я не помню, во сколько еще, и под кару, поэтому подагривайте, пожалуйста. Даешь Геру и убиваешь. Тут сама? Да. Юль, ты бы не умерла, если бы не били АУЕ. Да, так нет, видишь, в чем дело? На мне и звезды, и кару, ну, считай, кара хлопнула, и звезду взорвали, и на мне еще созвездие. Естественно, меня ухлопало. У меня ни бабла, ни зубов, ничего. Линканите, пожалуйста, дамаг по звездам. Просто чистый дамаг по звездам. Так вот ты смотрел, что ты не можешь линкануть? Аккаунте смотрел, у меня не будет скидываться, у меня просто дамаг будет. Не знаю, почему Хант у нас бил. Тоже не знаю. Ну Хант, да. Еще ладно, но откуда там рога? Веером хуярит. Блин, вот перед вами стоит босс. Один, не 10. Почему так сложно бить просто одну цель? Зачем вы переключаете таргет? Вот просто зачем? Они не переключают, они просто веером ебашат. Этот портал, он на каком месте? Или в любом может образоваться?